Мені ногу відірвало. Перше, про що я подумав, мене вбило. У мене все добре, але чи гарно. Секунд 20 такий туман в очах, свист в ушах і все, я впав на цю сторону так. Потім прийшов в себе, подивився вже і стопи вже не було. Моя мама українка, і я був в Україні теж, к бабушці їздив, бабушка з дідушкою з України. Поэтому как бы эта страна родная для меня, да, но с другой стороны, понимая, что свобода Беларуси зависит от Украины, хочется делать все, чтобы Украина победила. Protest Foundation – это новая организация, которую мы начали с доктором Яковом Градинаром. Это реально профессионал своего дела. Это человек с большим сердцем и с многолетним стажем работы. Он делает все виды протезирования. Мы открыли этот проект для помощи солдатам, гражданам Украины и детям по протезированию, которые получили травмы во время войны. Каждый солдат спокойно может зайти на сайт protestfoundation.com, заполнить анкету. На данный момент у нас 630 анкет. Но это не значит, что вы стали 631-м. То есть у нас отбор происходит деление на категории. То есть нижние конечности, верхние конечности. Сложные, то есть если ампутация, три конечности у нас есть, у нас четыре конечности есть ампутация. И мы уже с каждой категории отбираем пациентов по возможности, которые мы можем принять. Также мы смотрим, чтобы пациент был 100% готов. То есть у него был паспорт, загранпаспорт, чтобы он заживший был. И также по дате ампутации. Кто один из первых получил ампутацию, конечно же, это приоритет забрать пораньше. Срок протезирования составляет 3,5 недели. Солдаты, прилетая в Америку, они практически все получают протезы на следующий день. И остальное время это занимает реабилитация. Также мы открыли в Украине сервисный центр, где они могут получать сервисное обслуживание бесплатно на протяжении, то есть, следующих лет, сколько мы будем существовать. Так как мы нон-профит организация благотворительная, мы на этом не зарабатываем, поэтому стоимость протезирования минимальная, потому что, например, верхняя конечность, которую мы делаем там за 30 тысяч, она в клинике стоит 95 тысяч. Мы можем делать чисто по себестоимости запчастей. То есть мы покупаем чисто запчасти, самолет и все остальные операционные расходы, которые у нас есть здесь, там, по транспортировке, по проживанию, по еде. Не нужно иметь больших спонсоров, которые дадут сразу миллион или 100 тысяч долларов. Достаточно иметь много людей, которые могут задонатить маленькие суммы. Каждый доллар, он сыграет огромную роль. На данный момент у нас из-за того, что у нас много доноров маленьких, которые люди просто донатят там по 100, по 1000 долларов, по 500 долларов, мы можем делать этот проект. Поможем ли мы российским солдатам, которые получили ампутацию? Мы говорим категорически нет. Почему? Потому что те люди, которые осознанно идут на чужую территорию и убивают людей, ну, это террористы, это бандиты. Мы не протезируем террористов и бандитов. Алекс, которому 12 лет, который потерял ногу, который пытался, вот, говорит, я пытаюсь вернуться обратно в дом, а меня ножка что-то не слушает. Это слова, которые не дают тебе спокойно это слышать. Ну и один из последних случаев, это в этой группе, когда человек сказал, что он 3 дня питался дождевой водой и, попавший в плен, бензопилой пытались выудить с него информацию. Но это просто. Это мы живем в 21 веке. Где мы? Почему мы возвращаемся в каменный век? Дуже близький контакт, буквально там менше 100 метрів. Я був якраз в окопі, дивився прямо в посадку, з якої на нас надвигались. В один момент я присів, щоб перезарядити автомат. Це було таке положення, я присібаю рожок і відбувається вибух. От шрами на руці, це зайшло з цього боку. Може бути з дрона скинута граната, чи це може бути АГС з танковий гранатомет. Просто був вибух. Дуже швидко почав заповзати назад і кричу товаришу, типу, мене ранили, я 300-й. І я спустився просто в бліндаж. Коли вже за угол в приміщення бліндажа залазив, мені треба було дуже підтягнутись, я взяв себе за ногу, ну, як потім роздивився, я не за ногу, а за кістку себе підтягнув. Ну, бо колінний сустав розвернуло і була тільки кістка. Когда солдаты идут на линию фронта, зная и жертвуя своим здоровьем и жизнью, это называется героизм. Они пожертвовали всем.
Поэтому наш долг это помнить и делать по максимуму со своей стороны все для них, чтобы это было комфортно. Честно сказать, я очень много пускаю слез, потому что я вижу, насколько солдаты, когда подходят благодаря за то, что ты делаешь, да, то есть и ты даешь им надежду, потому что, имея протез, они могут бегать, они могут ходить, они могут жить полноценной жизнью. Как один солдат сказал, вы даете мне чувство полноценного человека, независимо от того, что в документах я инвалид. Когда они приезжают в Америку, они видят другой мир. И нам солдаты говорят, что когда уезжают обратно, говорят, знаете, мы теперь понимаем, за что мы воюем и за что мы отдаем свою жизнь. Потому что они видят свободу, которая здесь, они видят другой мир, они возвращаются, и они понимают, что они могут продолжать это делать, потому что они хотят построить свою страну свободной, честной, справедливой, без коррупции, чтобы был мир и добро, и люди заботились друг о друге. Это был 2008-2009 год. Это все произошло именно после того, когда местная власть тебя растоптала, вытерла об тебя ноги. Вот здесь находится наш офис. Здесь мы принимаем на работу белорусов. Здесь мы обслуживаем клиентов белорусов. Вот можно сказать, это наш островок, белорусский островок в Бяло-Подляске. В Беларуси я занимался бизнесом, было порядка 5 пилорам и цех деревообработки по всей Брестской области. У меня работало более 30 человек, но в какой-то определенный момент ко мне пришли сотрудники ДФР, вот, все там опечатали, забрали инструменты, компьютеры и начали там проводить какие-то расследования по поводу того, продаем ли мы за наличку древесину населению. 2-3 месяца это все проходило, проверка, мы не работали, накопились долги по аренде и пришлось закрыть предприятие. И после того я сказал, что больше в Беларуси я не заплачу ни копейки налогов. Я еще такой наивный, написал там, помню, письмо в администрацию президента, что вот, посмотрите, мы платим каждый год по 100 тысяч долларов налогов. Мне показали в облисполкоме это обращение. Мало того, они перекинули этим сотрудникам ДФР, которые проводили расследование. Знаете, там, поставьте его на место, что он здесь жалуется. 100 долларов в кармане у меня было, когда я такое решение принял пытаться открыть фирму в Польше. И Бяло-Подляска — это был самый ближайший город, где это можно было все организовать. Первые 2-3 года жил наездами, и в какой-то определенный момент было принято решение покупать здесь дом и тогда уже окончательно переезжать из Беларуси. Здесь очень сильно было развито строительство частного жилья. И начали ездить по компаниям и предлагать свои услуги. Говорили, вот мы из Беларуси, вам надо, может, выполнить какие-то подрядные работы, мы можем организовать, привести хороших специалистов, белорусов для выполнения каких-то видов работ. Ну и постепенно нашли 2-3 такие компании. Сначала занимались утеплением фасадов, потом начали заниматься кладкой, фундаменты, коробки домов. Ну и постепенно дошли до внутренней отделки, доросли до такой довольно-таки серьезной строительной компании, в которой на сегодняшний день работает там порядка 50 человек. Мы снимаем половину дома, где проживают наши работники. Здорово. Привет. А на данный момент в этой половине дома проживают 9 белорусов. Места вполне более чем достаточно. Вот здесь общая кухня для работников. Они живут по комнатам, а спускаются, скажем, там для принятия пищи вот в это помещение. Все как бы отмечают то, что есть условия, приближенные к домашним. День добрый. Алло, можно? Прошу почекать. Да. Все, подождать. Как раз. В Польше довольно быстро и просто проходить медкомиссию. Не так, как в Беларуси, где надо по несколько дней бегать по всем врачам. Врач, который имеет там лицензию на проведение обследований, он может принимать просто даже у себя дома.
Так, сейчас мы едем в магазин, чтобы экипировать ребят, для того, чтобы они завтра уже могли приступить к работе. Буты с носами. Не, ну зараз як є, що ж такого. Так. А як ти знав розмір вже, так? 44 і 42. После того, как начали приезжать сюда в Польшу белорусы, которые бежали от репрессий после выборов августа 2020 года, мы здесь организовали фундацию «Солидарность с Беларусью», и через эту фундацию объявили сбор, собирали деньги, и за эти деньги покупали первые необходимые вещи для вновь прибывших. Ребята, здесь можете подойти, посмотреть. Вот здесь вот будет. Это между колоннами. Да, да, да. Там между колоннами, и там внутренние перегородки, которые там помещение подсобное разделяют. Это торговый центр, 18 тысяч квадратных метров. Его начали строить, наверное, в 90-х годах. И только вот в прошлом году нашелся инвестор варшавский, который это все возобновил. Мы на данном объекте занимаемся кладкой, ложим фундаменты, блоки. На данный момент здесь работает порядка 50 белорусы, украинцы, вот специалисты нашей фирмы. Я мечтаю о том, чтобы в Беларусь наконец вернулся закон и порядок, чтобы можно было спокойно вернуться в Беларусь. Всем тем, чем я занимаюсь в Польше, заниматься только у себя дома в Беларуси. Поэтому мечта у нас, у большинства белорусов одна. Добрый день, шалом. Меня зовут Олесь Белый. Я историк с Беларуси, политэмигрант на данный момент. Живу уже 8-й месяц у Израиля, у Бат-Яме, недалеко от моря. Спробую прижиться, интегрироваться в израильской речаисности. 17 соковика избирали ролик, який, ну, он абсолютно бескрыдный, и он навод не антивоенный, а просто проукраинский. Я так дипломатично там казав, что вот зараз Украина в тяжких обставинах, или давайте будем ее симпатизовать, переживать, да я такой. Тем не менее, вот там нас некая пильная батька заважила, стуканула, приехали менты, и нас судили не за этот ролик, потому что там нема до чего причапиться, а судили за, ну, сфабрикованное, быцем бы мы сопротивлялись милиции при затримании, где мы быцем бы оказали непорядкование милиции, там чаплялись за подлогу машины, за фирмовое обмундирование и так далее. Вот, и на этой подставе нас судили, и всех троих там и присудили 15 суток. Я шмат заняткаў за жыццё змяніў, калісьці па першай адукацыі я інжынер-оптык-канструктор, ну, амаль што па спецыяльнасці працаваў там 4 гады па размеркаванні, а потым в разных коммерцийных фирмах працавал. Разом с гэтым займаўся историей, такой, ну, як пазасистемных историк. У меня вот есть науковая ступень, але, на жаль, у меня нема некой академической аффилиации. Ну, и пишу я пераважно не науковые, а науково-популярные тексты. Ну, больше за все я ведомы историк белорусской, литовской, литватской кухни. Ну, и так само про свою працу «Хроника Беларуси», такая капитальная праца, якую писал 18 годов, это про историю назвы «Белая Русь». Ну и в огуле я занимаюсь такими не мейнстримовыми темами, ну скажем, это история щоденности. И спробую их популяризовывать у белорусским сучасным контексте. Ну это вот самая шматтиражная моя книга. Было два выдания по 7,5 тысяч особников. Шматтиражная книга по белорусской кухне в огуле за, ну, за годы нашей так званой незалежности. И это моя первая книга на русской мове, и одиная пока что. Потому что все мои книги до гэтулю были по белорусской, проч одно, якая была по-английски. Я, например, працавал амаль з усімі основными алкогольными брендами. Я, например, придумал гандлёвую марку горелки Нелибоки. Вот это Минский завод виноградных вин. Я так подрешил, что я придумал
не все з іх захавалі існуюць і дагэтуль каля 12 гандлёвых марак консультант. Беларуска. Ну я вось тут спрабую, да, спрабую не зусім марнаваць час, а неяк наводзіць масты паміж там беларускай, беларуска-літвінскай і габрэйскай культурамі. З'явілася ідэя правесці экскурсію беларускімі вуліцамі Тель-Авіва. Значит, пройстися по тым районе, где наибольшая такая концентрация вуліц, площадей, скверов, названных в гонар выходцев с Беларуси. Вот. Потому что вельми шмат з іх, конечно, унесли значный вклад у створение Израиля, як сучасной державы, и в том лику створение города Тель-Авива. Зараз мы стоим на улице Залмана Шнеура. Году 50 тому это был зорка первой величины у габрэйской литературы. Это пинчанин, да, хотя уже его отец родился на Подоле, а сам он в Польше, в Томашеве-Любельском. Самые разные сферы деятельности были у этих людей. Это и политики, и такие громадские деятели в широком смысле, и деятели культуры, это и театральные и культуры, и мастаки, и письменники, и журналисты. Зазваживаю, что конкретно вот на могилках Трумпельдор, исторических этих, национальный пантеон, таких славутых выходцев из Беларуси, амаль так шмат, как, скажем, на виленских могилках Роса. Это место, где мы сейчас стоим, и оно может быть такое, трошки неприкметная, але гэта называется плошча Міхоэлса. Ну, калі хто не ведае, Міхоэлс гэта быў славуты актор, тэатральны рэжысёр, які нарадзіўся ён у Даўгавпілсу, Двінску, Дзінабургу. На той момант гэта была Віцебская губерня, но он пагіб у Беларусі, если хто не знае гэты эпізод, в 48 году. У мяне, канешне, параўноваць з апошнімі месяцамі маёй беларускай жыцця, у тым ліку з турэмным досведам. Конечно, тут отчуваешь себе свободным человеком, отрознение, ну, от этой тюремной атмосферы, которая все больше и больше звучалась в Беларуси. Не только тюрьма у нас, не только в самой тюрьме, у нас вся Украина тюрьма. И в этом смысле, конечно, Израиль, это резкий контраст. Что подобается нашим героям на новом месте? Чи сумуют яны по Беларуси после переезда? Какое место лечат своим домом? Отказ у апошней частцы программы. Но на самом деле переезд в Америку – это возможности, которые есть в Америке. Развиваться, делать бизнес, жить. Дал свободу реализации своих махчимостей, своих жаданий. Отчувание некое вольного человека, это лику и при перемещении по свете. Мне не хватает белорусской чистоты, мне не хватает кухни, еды, людей. Не хапае родных, близких. Просто магчимости ездить по родных мясцінах. В новом месте мне нравится, конечно, как развивается и прогрессирует Америка, и есть возможности, и как видеть, как люди живут счастливой жизнью. Градостроение, там, администратирование. Мне цікава, ну, вот это іншая культура. Мне подобается то, что все равно это не Беларусь. Конечно же, уровень еды. Мне это просто абсолютно не зразумела, чому на пошту треба записываться загадзя, каб отправить лист. Моцна. Дякую. Когда в школе учился, мне нравилось цудоўны. Може быть. Переводить не треба, я лічу. Тогда раба. Великий дякую. В употреблении часто crazy, то есть сумасшедший. И, ну, как мы всегда любим говорить это здесь. Головное стереотип – это то, что ничем не отрознится от русских. Да у людей вообще нету стереотипов, потому что они вообще не знают, кто такие белорусы, к сожалению. Что все белорусы – котики, а или я лечу, что все белорусы далеко не котики. Сердцем я, конечно, дома у Беларуси. Мой дом тут, зараз, на жаль, але так есть. На самом деле, мой дом там, где я живу. Жадаю заставаться на воле, это главное зараз, не трапить на войну в Украине и
каб блізкія былі таксама з імі дома. Не теряць надежду продолжаць жыць, а делаць мир вокруг себя лучше. І маліцца, чтобы скорее этот диктатор ушел. Жадаю ім вытрымкі, веры ў лепшае, веру ў свае сілы. І веру ім знайсці, жадаю ім, каб яны знайшлі такія механізмы супрацоўніцтва, якія дазволілі все ж таки атрымаць перамогу над сучасным злом.